только что получил посылку. Здесь новый корпус для SG-907. Это вообще ужас, а не посылка. Корпус такой хрупкий и вот в такой мягкой упаковке. Ну, это какой-то кошмар. Смотрим, пришел ли он целый. Так что проплачивал с кошелька WebMoney. Через 5 часов после перевода денег пришло сообщение с трек-кодом о том, что посылка, заказ отправлен. Вот. Вот так вот упаковано. Ну, это кошмар. Вот в корпусе. В принципе, корпус целый. Но винтов я не вижу. Голый корпус. Сейчас посмотрим, сколько хоть винтиков-то. Один, наверное, винтик и все. Что-то тут нету. Нету винта. Так. Тут тоже ничего нету. Тут тоже нету. Тут тоже что-то нет. А может быть вот здесь? Может быть здесь где-то есть. Тоже, а вот кажется. Не знаю. Не, никаких винтов нету. Корпус хоть живой. Тоненький, тонюсенький. Ну, вот, живой, живой. Ну вот, так что, если кто-то будет заказывать, корпус недорогой, а, красочка, задували. Ну, теперь осталось дождаться лучей и будем собирать наш разбитый. А, кстати, сейчас померим камеру. Камера сюда. Как войдет. Так. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Камера. Камера. Блин. Этот потолще, а этот что-то совсем легенький, тоненький. Ну-ка. Здесь, а, здесь тоже вошел. Здесь не хочет. Ну, входит. Входит. В общем, с небольшим усилием все входит. Но корпус легче. Легче родного. Ну, может быть, это и хорошо. Скажется на его. В общем, вот так вот. Уже можно, в принципе, кое-что собирать. Уже можно камеру закрепить. В общем, оставлю ссылочку на корпус, где я его брал.
Если кому-то интересно, заказывайте. Там же заказал и лучи, но лучи пока еще идут. Как я уже сказал, что оплатил с WebMoney кошелька, через 5 часов получил уже трек-код, что заказ отправлен. Ну, шел где-то не более 2 недель, где-то в пределах 2 недель. Это независимо от того, что там вирус гуляет. Все остальные посылки сидят очень долго. Очень долго. Ну вот и все по новому корпусу. Видите, целенький.